Приветствую вас на моем канале. Сегодня я вам покажу, как связать вот такие летние пинетки крючком. Размер по подошве 10 сантиметров. Это примерно на возраст 3-6 месяцев. Я буду использовать пряжу Янард Джинс. Крючок буду использовать 2 миллиметра. Начнем мы вязать с подошвы. У меня подошва уже готова, у меня двойная подошва. Далее для вас вставлю кусочек видео, как связать одну такую подошву или двойную, как у меня. Подошва 10 сантиметров. Делаем первую петельку и набираем 19 воздушных петель плюс 2 воздушные петли подъема. Восемнадцать, девятнадцать. Последнюю петельку придерживаем и набираем еще 2 воздушные петли подъема. Первый ряд, начиная с третьей петли от крючка или с той петли, что придерживали, провязываем прибавление из 2 столбиков с одним накидом. Столбик с одним накидом и в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Далее вяжем по цепочке 17 столбиков с одним накидом. Семнадцать. Осталась одна петля. Сюда провязываем 5 столбиков с одним накидом. Далее снова вяжем по цепочке 17 столбиков с одним накидом. Вот этот хвостик сразу ввязываем. Семнадцать и осталась одна петля. Сюда провязываем 2 столбика с одним накидом. И заканчиваем первый ряд соединительной петлей за вторую воздушную петлю подъема. Второй ряд. Воздушная петля подъема. В следующие 2 петли провязываем 2 прибавления. 2 столбика без накида в одну петлю. Это первое прибавление и в следующую петлю второе прибавление. Далее 8 столбиков без накида. Три полустолбика с накидом. Шесть столбиков с одним накидом. Далее 5 прибавлений подряд по мыску. Прибавление из 2 столбиков с одним накидом в одну петлю. И повторяем зеркально этой стороне 6 столбиков с одним накидом. Далее 3 полустолбика с накидом. Восемь столбиков без накида.
Осталось 2 петли. Вот эту последнюю петлю не обращаем на нее внимания, это соединительная. 2 прибавления подряд. Столбик без накида и в эту же петлю второй столбик без накида и второе прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Завершаем второй ряд соединительной петлей за воздушную петлю подъема. Воздушная петля подъема, третий ряд. Вяжем такую комбинацию. Столбик без накида, следующую петлю прибавление. И так 2 раза. Это был первый раз, повторяем еще раз. Столбик без накида и в следующую петлю прибавление. 10 столбиков без накида. Пять полустолбиков с накидом. Два столбика с одним накидом. Далее 10 прибавлений подряд. Одно прибавление из 2 столбиков с одним накидом. И повторяем зеркально этой стороне 2 столбика с одним накидом. Пять полустолбиков с накидом. Десять столбиков без накида. Осталось 4 петли. Сюда провязываем такую комбинацию. Прибавление. Следующую петлю. 1 столбик без накида. И еще раз. Прибавление. Следующую петлю. 1 столбик без накида. Соединительная петля за воздушную петлю подъема. Вяжем заключительный 4-й ряд. Воздушная петля подъема, 8 столбиков без накида. Следующую петлю прибавления. 18 столбиков без накида. 18 в следующую петлю прибавления. 10 столбиков без накида. В следующую петлю прибавления. И повторяем. 18 столбиков без накида. Восемнадцать. В следующую петлю прибавления. И осталось довязать 8 столбиков без накида. Подошва готова. Для тех, кто оставляет одну подошву, делаем так. Соединительная петля за воздушную петлю подъема. Воздушная петля подъема и разворачиваемся. И теперь нам нужно провязать соединительными столбиками под каждую петельку. Всего у вас должно быть 70 соединительных столбиков. Далее вот за эти петли от соединительных столбиков мы будем провязывать бортики.
Для тех, кто вяжет вместе со мной двойную подошву, нить отрезаем. Вот мы провязали последний столбик, соединительную не делаем. Нить вытягиваем, выводим ее на изнаночную сторону через первую петлю четвертого ряда. Вот так с изнаночной стороны крючок ведем на себя, захватываем нить и выводим на изнаночную сторону. Разворачиваемся. Последняя петля четвертого ряда. Вводим крючок под перемычку этой последней петли и в центр петли. Вытягиваем нить на изнаночную сторону. Хорошо подтягиваем, так чтобы все смотрелось аккуратно. И тут на изнаночной стороне прячем хвостик. Одна деталь готова, свяжите вторую такую же деталь и будем объединять их вместе. Две детали готовы, складываем их изнаночной стороной внутрь. Сначала зафиксируем подошву по центру. Ввожу крючок в самое большое отверстие на одной подошве со стороны пятки и в это же самое большое отверстие на другой подошве. Захватываю нить. И теперь отверстие в отверстие пройдемся соединительными столбиками до конца. Довязали до конца, нить отрезаем. А хвостики прячем на изнаночной стороне. То же самое делаем с первым хвостиком. Теперь объединим подошвы по краю, вот эту косичку по центру. Я всегда оставляю снаружи, поэтому переворачиваю две подошвы косичкой вниз. И начиная где-то вот тут сбоку, ввожу крючок в одну петлю на одной подошве. И примерно в этом же месте в петлю на другой подошве. И будем вязать петля в петлю соединительными столбиками. Всего мы должны провязать 70 соединительных столбиков. Немного не довязала до конца. Вот этот первый хвостик спрячу на изнаночной стороне. И довязываю соединительными столбиками до конца. Нить отрезаю и вот этот хвостик спрячу, когда буду вязать бортики. Подошва готова, давайте измерим. Я измеряю внутри косичек, так как по косичкам у нас тут будут идти бортики. Вот внутри косичек у меня подошва 10 сантиметров. Бортики мы будем вязать за вот эти соединительные петли. Подошва готова. Далее давайте свяжем один ряд бортиков. Для этого подошву на пяточке делим примерно пополам. И начиная с той петли, что находится левее, начнем вязать ряд. Делаем воздушную петлю подъема. И начиная с этой же петли, вяжем по кругу 70 столбиков без накида. Хвостик подтягиваем и сразу его будем ввязывать. Один, два, три, шестьдесят девять, семьдесят. И соединительная петля за воздушную петлю подъема.
Нить отрезаем. Связали один ряд бортиков. Далее будем вязать мысок. Для этого нам нужно определить 12 средних петель на мыске. Отметила 12 средних петель на мыске, начиная с первой петли. Одна воздушная петля подъема, и начиная с этой же петли вяжем 12 столбиков без накида. Хвостик подтягиваем и сразу его ввязываем. 1, 2, 11, 12. Воздушную петлю подъема я не делаю. Вытягиваю петлю чуть длиннее обычного. Разворачиваемся второй ряд, начиная с первой петли. 12 столбиков без накида. 1, 2, 11, 12. Третий ряд, начиная с первой петли. Один столбик без накида, следующую петлю пропускаем, начиная со второй петли, 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Следующую петлю пропускаем и в последнюю провязываем 1 столбик без накида. Четвертый ряд. Начиная с первой петли, 1 столбик без накида, следующую пропускаем. Далее со второй петли 6 столбиков без накида. 6. Следующую петлю пропускаем и в последнюю провязываем 1 столбик без накида. Пятый ряд. Начиная с первой петли, 1 столбик без накида, следующую пропускаем. Далее 4 столбика без накида. 1 петлю пропускаем и в последнюю 1 столбик без накида. 6 ряд, 1 столбик без накида, начиная с первой петли, следующую пропускаем, далее 2 столбика без накида, следующую петлю пропускаем и в последнюю 1 столбик без накида. Начиная с 7 ряда мы будем вязать по 4 столбика без накида, начиная с первой петли. 1, 2, 3, 4. Также я не делаю воздушную петлю подъема, петлю чуть длиннее обычного, разворачиваюсь. 8 ряд, 4 столбика без накида. Итак, продолжаем вязать по 4 столбика без накида в каждом ряду с 7 по 20 ряд включительно. Довязали. Теперь этот ремешок пока что оставляем в покое. Нить тоже не отрезаем, оставляем, она нам еще пригодится. Теперь мы будем вязать верхнюю часть пинеткой. Я буду вязать белой нитью. Для этого отступаем от мыска 3 петли и начиная с 4. Закрепляем нить и провязываем 18 воздушных петель. И петли старайтесь провязывать слабыми, для того, чтобы край не был слишком стянут. 1, 2, 3, 17, 18. Теперь вот этот ремешок оставляем как бы внутри. Вот так. На этой стороне тоже отступаем 3 петли от мыска и в четвертую петлю провязываем 1 соединительный столбик. Итак, вяжем первый ряд. Вот эту соединительную пропускаем, начиная со следующей петли. Вязать мы будем за верхнюю полупетлю. Вяжем 18 столбиков без накида.
Один, два, три. Семнадцать, восемнадцать плюс две соединительные петли. Разворачиваемся. Вот этот хвостик я сразу буду ввязывать. Сейчас подниму его наверх. Так. Второй ряд, начиная со второй петли, вяжем 19 столбиков без накида. 1, 2, 18, 19 плюс 2 соединительные петли. Третий ряд, начиная со второй петли, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8. Далее 4 воздушные петли. 3, 4. Теперь вот этот ремешок перекидываем вперед. Так, давайте посчитаем. Нам нужно пропустить снизу 4 петли. И в пятую петлю, вот она, продолжаем вязать 8 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8 плюс 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Четвертый ряд. Количество петель у нас сейчас 20. Нам его не нужно увеличивать, поэтому мы будем вязать, начиная с третьей петли, 20 столбиков без накида. 1, 2. По цепочке из воздушных петель я провязываю за верхнюю полупетлю. Девятнадцать, двадцать плюс две соединительные петли. Пятый ряд. Также петли не увеличиваем, поэтому вяжем, начиная с третьей петли, 20 столбиков без накида. 1, 2, 19, 20 плюс 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Шестой ряд. Петли будем увеличивать, поэтому вяжем, начиная со второй петли, 9 столбиков без накида. 1, 2, 9, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Ремешок перекидываем на себя. Так, 4 петли снизу отсчитаем. 5. И начиная с пятой петли, довязываем 8 столбиков без накида. 1, 7, 8 плюс 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Седьмой ряд, начиная со второй петли, 22 столбика без накида. 1, 2,
21, 22 плюс 2 соединительные петли. Восьмой ряд петли не увеличиваем, поэтому вяжем, начиная с третьей петли, 22 столбика без накида. 1, 2, 21, 22 плюс 2 соединительные петли. Девятый ряд, петли не увеличиваем, вяжем, начиная с третьей петли, 9 столбиков без накида. 1, 2, 9, 4 воздушные петли. Ремешок перекидываем вперед. И начиная с пятой петли, довязываем 9 столбиков без накида. 8, 9, 2 соединительные петли. Десятый ряд. Петли увеличиваем, поэтому начинаем вязать со второй петли, 23 столбика без накида. 1, 2, 22, 23 плюс 2 соединительные петли. Одиннадцатый ряд, начиная со второй петли, 24 столбика без накида. 1, 2, 23, 24. И эту белую нить пока оставляем и возвращаемся к ремешку. Давайте зафиксируем нить. Отступаем от края 8 петель. Начиная с 9 петли, делаем вот такую небольшую протяжку. И провязываем воздушную петлю подъема. И начиная с этой же петли, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Следующие 4 столбика мы будем вязать вместе с ремешком и с верхней частью пинетка. Подхватываю петлю ремешка и следующую петлю на верхней части. 1, 2, 3. 4 и плюс еще 2 столбика без накида по верхней части пинетка, и должно остаться у нас еще 8 непровязанных петель. Воздушную петлю я, как и прежде, не делаю, петлю чуть длиннее обычного, разворачиваемся. Второй ряд, начиная с первой петли, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8. И еще два ряда давайте провяжем самостоятельно по 8 столбиков без накида в каждом ряду. Пятый ряд вяжем, начиная с первой петли, 1 столбик без накида, далее 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем, вяжем, начиная с третьей петли, 2 столбика без накида, у нас осталось 3 петли. 2 воздушные петли, 2 столбика снизу пропускаем и в последнюю петлю провязываем 1 столбик без накида.
Шестой ряд, начиная с первой петли, 8 столбиков без накида, под косичку провязываю, просто по 2 столбика без накида, 2, 3, 4, 5, снова под косичку провязываю 2 столбика без накида, 6, 7, и осталась 1 петля, провязываем 8 столбик без накида. Заключительный седьмой ряд провязываем, начиная с первой петли, 8 соединительных столбиков. Нить отрезаем, хвостик сразу прячем. Нам осталось связать пяточку. Возвращаемся к белой пряже и начинаем вязать пятку. Вот мы провязали последний столбик без накида на верхней части пинетка. Провязываем одну соединительную петлю туда, куда мы уже соединялись в предпоследнем ряду. И начиная со следующей петли на бортиках, вяжем 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, 29, 30. Соединительная петля в последнюю петлю, куда мы соединяли верх пинетка. Разворачиваемся. Вот эту соединительную петлю пропускаем. Начиная со следующей, вяжем второй ряд 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, 29. 30. Воздушные петли не делаем, разворачиваемся. Третий ряд, первую пропускаем, начиная со второй вяжем 29 столбиков без накида. 1, 2, 28, 29. Разворачиваемся. Четвертый ряд, первую петлю пропускаем, начиная со второй 28 столбиков без накида. 1, 2, 27, 28. Пятый ряд, первую петлю пропускаем, начиная со второй вяжем 27 столбиков без накида. 1, 2, 26, 28. 7. Шестой ряд первую пропускаем, начиная со второй 26 столбиков без накида. 1, 2, 25, 26. Разворачиваемся. Седьмой ряд сделаем убавление по центру пятки для лучшей посадки по ноге. Первую пропускаем, начиная со второй вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Далее убавление. 4 столбика без накида. 8. И осталось довязать 9 столбиков без накида. 8, 9. Восьмой ряд, первую петлю пропускаем, начиная со следующей вяжем 22 столбика без накида. 1, 2, 21, 22. Разворачиваемся. Девятый ряд, первую петлю пропускаем, начиная со следующей вяжем 21 столбик без накида. 1, 2, 20, 21. Десятый ряд, первую петлю пропускаем, начиная со второй вяжем 20 столбиков без накида. 19, 20. Пинетка почти готова. Мы провязали пятку. Теперь нам осталось связать завязки. Довязали последний 10-й ряд пятки и сразу же отсюда вяжем 50 воздушных петель.
49-50 плюс 1 воздушная петля подъема. Вот мы связали такую косичку из воздушных петель. Эту косичку переворачиваем, и на обратной стороне у нас есть вот такие перемычки. Теперь за эти перемычки вяжем в обратную сторону 50 соединительных столбиков. Далее вяжем 20 соединительных столбиков по пятке. И 50 воздушных петель. Сорок девять, 50. Плюс 1 воздушная петля подъема. И делаем то же самое, что и с правой стороны. Переворачиваем косичку вниз и вяжем обратно за перемычки на обратной стороне 50 соединительных столбиков. Сорок девять, 50. Нить отрезаем, хвостик прячем. И на этом все, пинетки готовы. Я надеюсь, вам все было понятно, все было видно. Если же нет, спрашивайте в комментариях, я всегда всем стараюсь помочь. Спасибо за просмотр. Ровных вам петелек. Всем добра!